запиши себя на прием к психологу, блять, а лучше к психиатру. Ой, блять, как ты прав, нахуй, в этой ситуации. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова жирный, полужирный в этот раз уже Армян. Я похудел, я сделал это, чтобы не попасть в тушенку, и меня в итоге просто отправили на передовую. Блять, что так сдохну, что так сдохну. Ой, блядь! Ой, блядь! Там какая-то хуя пробежала, мужик, прости, я не смог. Ой, слушай, блядь, помогите нахуй, вы где все? Я вообще на хуе, блядь. Ух ты, ёб твою мать! Ебать! Отошёл! А что это за хуйня, блядь, с молотом? Это Райнхард. Немец по национальности. Блядь, если честно, ты самый странный фашист, походу, в этой эпохе. Почему? Это все потому, что я еще не убил ни одного негра? Баба. Тем более, блядь, и потому что ты рядом с черным живешь. Где, блядь, с чем черным? У меня нет ни одного черного человека. Море. Ты мне предлагаешь отпиздить черное море? Я не помню кто, но, блядь, реально была война, что пиздили Посейдона. Они пошли и море пиздили. Блядь, понимаешь? Блять, умные мысли преследуют тебя. Ну ты, сука. Блять, это пиздец. Я даже не знаю, что сказать, блять. Ты не то, что быстрее их. Ты просто, блять, быстрее квантового света всего на свете. Ты быстрее всего, быстрее космоса, быстрее... Я не ебу, как это описать, блять. Я к тебе. Слушай, а что моя ульта делает? Скажи, когда ее применять. Ты опрыскиваешь всех охуенным струей мочи, блять. Такой прям... Знаешь, ты когда головку члена вскрываешь, вот тут такие же ощущения, моча становится сверх сильной, и ты можешь и дамажить, и хилить. То есть врагов ты дамажишь. Блять, ты далеко нахуй! Сука! А я это, хилеров пиздил. Мне это нужно было. У нас у всех ульта, блять, нажми на тап. У нас у всех ульта, у нас никто ее не применяет. А я хочу его удачно применить, чтоб кто-то не пиздел. Вот видишь, раз, два. Все, блядь, я не знаю, скольких я ёбнул, мужик. Ты ни скольких не ёбнул. Ты не должен никого ёбать. Ты, блядь, хиллер. Я ульту использовал. Ты хиллер, ты должен лечить. Так ты сказал, я ебашу из спермы и кончой. Ты баланс говна и мочи, блядь. Фиолетовое это говно, желтое это моча. Ну, я, блядь, и тем ебашу. Блядь, знаешь, море это реально идеально тебе подходит. Ты реально как баланс говна с мочой, блядь. Блядь, да иди ты нахуй. Блядь. У солдата 76 я точно не ожидал. Я убил негра, смотри, видишь? Я его убил. Твит Джинкс умер. Когда ты Черное море зарежешь, тогда и поговорим. Сука, я завтра специально утром возьму нож, блядь, и пойду зарежу Черное море, блядь, и сниму это на видео. Пожалуйста. Похуй, что на меня будут люди смотреть, как на ишака ебаного. Вот он, объект под названием... Черное море. Блять. Ай, блять, все в грязи. Я чуть не подскользнулся, блять. Ебаный в рот. Аккуратно, блять. Ай, блять. Опа. Опа. Вот оно море. Сука, иди сюда, блять. Тварь, на нахуй. А! Блядь, сука, вода в носок затекла. Просят, блядь. Молодой человек, что вы делаете, блядь? Я пизжу море, вот режу его. А зачем вы это делаете? Ради белого народа. Ой, слушай, я тут какую-то дырку нашел, которая течет, блядь. Это член. Я туда, блядь, нассал. Феноменально, феноменально. Не, хиллер отличный, но пистолет, ё, блядь, это отдельное желание. Это для обороны, а не для атаки. Так я обороняюсь. Ну или пристрелиться. Если совсем все плохо. Блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, помогите, помогите, блядь. Чиетею. Нехуй, блядь, на русских нападать. Поэтому мы первые напали. Блядь. Блядь, я вдупился. Я люблю отпавшие члены.
Отпавшие? Их прикольно использовать как насадку, блять. Отпавшие члены использовать... Пока теплое и свежее можно использовать. Отпавшие члены использовать как насадку. Феноменально. И вообще, блять, ты это... Очень толерантный человек, оказывается, к неграм. Я? Да, я вот с этого... Я твой ГС, блять, всем распространю! Ладно, ладно, извините, пожалуйста, командир Сергей Виноград, больше такого не повторится. Я напиздел, я виноват, пожалуйста, не виноват. Вот так, блять, нехуй пиздеть, на! Извините, товарищ командир, блять, он как только со своего этого ебаного вернулся, у него теперь везде война, везде командиры рядовые. Так это ты только пиздишь! Ой, блять, слушай, помоги нахуй! Нет. Каждый сам за себя. А, да, блять? Я тебе под Киевом так же скажу. Кстати, вот этот негр, он француз. Блять, там реально страны наши. Да, наши страны. Вот Заря — это российский персонаж. У него раньше была буковка Z еще до СВО. Так они ее убрали после начала СВО. Я тебе, кстати, знаю, какой подарок сделать на Новый год. Ты мне говном нарисуешь букву Z на ковре. Знаешь, что твои тоже мысли иногда превосходят мои. И типа за наших, за победу, за счастье, за мир. Не, я думал тебе просто футболку Z подарить. И чтоб ты в институт с ней пошел. Какой же ты уебок, блядь. Слушай, а ты хочешь сказать, это, блядь, хуже, чем говно, блядь, на ковре? Лучше насри мне на ковер, блядь. Это будет подарком получше, блядь. И пришли. А, иду. Ну нахер. Видишь, блядь, я также на передовой буду. Чуть враги придут, я сразу прячусь. Куда, блядь? В банку. В банку. Вот этот шарик, это я в тушенке. Точнее, часть тебя нахуй. Как тебе в Overwatch'е? Слушай, мне как-то не очень нравится. У одних короткий выстрел, у других обратно. Но это полегче, чем Dota, все равно. Нихуя себе. Ты про Dota вспомнил, гнида. Ты что, в Dota гонял? Когда я был в деревне, у меня был единственный человек, с кем я мог общаться, это Славик. А он меня пускал к себе, только если мы играем хотя бы одну катку в доту, блядь. Я не виноват. Он меня заставлял. Он трогал меня там. Тяжелый случай, блядь. Тяжелый. Слушай, блядь, я тоже падаю в твоих глазах иногда, но ты, блядь, превозносишься намного сильнее. Когда ты мне скинул кружочек, блядь, где ты в ванной стоишь и жопу мне показываешь, я тебя реально как-то ебну. Это доверие! Какое, блядь, доверие, иди нахуй. Представь, как я доверяю. Что ты скидываешь мне свою сраку постоянно. Да! Твое всевидящее око я уже знаю наизусть, понимаешь? Но ты в жизни его ни разу я не могу... видел, это будет еще один мой на подарок. Не надо, пожалуйста, не надо такого подарка. Вы очень хороший товарищ командир, да? Я недостоин такого подарка. Лучше друг всегда всего достоин. Иди нахуй, я этого не достоин. Я чмо, блядь, не надо. Ой, блядь. Так, всех я отклеил, блядь. Шар ты злоебучий. Что, блядь, что на? Да я ты, сука, это... так далеко, что я хуй, блядь, знаю, какой ты... По иксу, по игреку ты находишься, хуй знает. Нахую, блядь, я нахожу. Блядь, пролетел возле меня, хуя такая собачья. Я пытаюсь тебя отвлекать. Ой, блядь. Блядь, кошка. Я тебя лекаю, нахуй. Я насрал. Иди нахуй. Нет, не может быть. Хрю-хрю нахуй. Добрый день, пани Топанова. Мы в Украине. Блять. Ладно. Зато как YouTube оценит это видео. Блять, крюком танка взял. Давай, ну хуёвое решение. Нужно брать хиллеров в основном. Одного ёбнул. Мелких нужно брать. Опа, не умирай. Ну и да, ну потому что я танка не ёбну скилл. Если что, у тебя всегда есть Ешка, которая вообще похуй. Ты когда нажимаешь Ешку, ты неубиваемый. Все, робота ёб. Ты ёбнул робота, но мини-дива-то ты не ёбнул. Я ковбой ёбнул. Мини-дива. А чё моя ульта делает? Ты отталкиваешь всех своей ультой. Ты заряжаешь, короче, своё оружие охуенно кучу металла, блядь, и начинаешь... А напомни, дроп что делает на более дальнее расстояние хуярит? Да, там он выпускает шарик, а потом этот шарик в конце раскрывается. Ой, блядь, бастион.
Нет? Я тебя спас. Я ультой сейчас хуярю мужика, блядь, пиздец, нахуй. Я знаю, я рядом с тобой, блядь. Ты чуть не умер. Блядь. Блядь. Уйдите, уйдите. Я сзади неё ебусь. Я там сзади лапа. Блядь. Иди нахуй. На! На! На, падла! Я победил! Я зарезал Черное море!